Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Юрский мир. Сезон завершен, награда выживший. Ну-ка давай посмотрим, что нам здесь достанется. Так, ДНК и диплодок. Аж две штуки. Оу, 520 очков доверий. Слушай, ну неплохо. Так, ладно. Здесь у нас 11 карточек. Забираем, конечно же. Это хавчик. А здесь у нас опять хавчик. Ну, серьезно, что ли? И опять хавчик. Зашибись. Так, ну а здесь у нас что? 10 карточек. Ну, посмотрим. Так, тут ДНК. А здесь тоже ДНК. И ни одного динозаврика, да, не дали. Ладно, фиг с ним. Давай-ка мы, наверное, здесь с тобой потратим. Это у нас мегалозавр. Давай, блин, чуть-чуть не хватает, ребята, чтобы получить нам с вами подарочек. Тут смотреть видео я не буду. Ну, доллары, соответственно, тоже тратить не буду, потому что у меня их и нету. Приступим к сбору. Так, активируем. Бонус, так, у нас, подожди-ка, здесь еще пак. Бакинский, ДНК, деньги и доисторический парк. Плюс 30 очков доверий. Хорошо. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой посмотрим еще на один пак. Открываем. ДНК, еда, ДНК и американские горки вымирания. Не выживание, а вымирание. Так, ну что, у нас с тобой откатились все задания, поэтому сейчас мы будем что-то допроходить. Опа, так, а это кто у нас тут созрел? Так, этого заберем. Куда только его поставить, пока ума не приложу. Синтетоцерас. Вот так вот, друзья мои. Вход в не столь далекое прошлое открыт. Создайте первое существо из кайнозойской эры, затем перейдите в расширение биокупол в западной части лагуны и покормите его, чтобы начать эволюцию. Опа. Друзья мои, биокупол у нас открыт. Замечательно просто. Так, ДНК тоже заберем с тобой. Так, монетки. Да, наверное, я думаю, всю голду стоит здесь забрать. Здесь заберем. Здесь, кстати, подожди-ка, у нас же еще кто-то здесь. Да, друзья мои, я все-таки получил того летающего динозавра. За кадром я умудрился пройти. И вот он, друзья мои. А, нет, нет, вру. Это у нас Долихо-Хоринхопс. Ё-моё, пока выговоришь. Так, вас ждет целый мир водных существ. Создайте свое первое водное животное и загляните в лагуну рядом с воротами парка, чтобы запустить эволюцию. Вот оно как. То есть первый водный вид у меня появился. А про динозавра, которого я говорю, друзья мои, это сейчас я тебе покажу. Ну ты помнишь, да, у нас было с тобой событие? Вот он. Где нужно было травоядными победить, по-моему. Ага, травоядными нужно было победить летающих динозавров. И я все-таки выполнил то задание. За это я получил, ну, правда, он обычный. Ну, я думаю, лишним он все равно не будет. Так, а сколько у нас надо ждать по времени? Ну, тут написано 2 дня еще минималка. Это для первого. А для этого аж 5 дней еще. Что ж, будем ждать. Так, 100% нам нужно с тобой погладить трех динозавров. Это стандарт. Давай-ка быстренько с тобой погладим. Задание выполнили. И плюс еще нужно будет покормить. Давай вот этого покормим. Ох ты. Блин, смотрится, ребята, прикольно. Смотри. Он у нас травоядный, оказывается. А что там за гибрид из него можно сделать? Ох, нифига себе, это смелодон. Смотри, какой получится. Сметитоцерас. Наверное, мощный будет, да? Он напоминает мне чем-то гепарда. Смесь с оленем. Потому что, ну, с рогами вместе. Так, тирано-титан. Давай-ка мы его тоже, наверное, качнем чуть-чуть. Давай до десятки. Пускай будет.
Так, ну вроде бы сколько-то заданий мы с тобой выполнили. Так, забираем награды. И нам нужно получить 25 уровень. Сегодня, конечно, вряд ли получится, но хотя бы приблизимся. Так, покормили мы с тобой. Что тут у нас? Используйте в сражении 3 различных классов. Так, купите билет на розыгрыш. Так, примите участие. Это 2 поединка. И используйте в сражении 3 разных классов динозавров. Это мы с тобой сделаем. Плюс здесь заведите 15 или больше травоядных. Слушай, у нас каких-то травоядных не хватает. По-моему, если я не ошибаюсь, я хотел вывести... А куда он делся? Не понял. Подожди секунду. Ну, дозух у нас есть. Так, этого я, по-моему, тоже вывел. Так, тут все существа. Можно же как-то вот травоядные. Стоп. Кого-то здесь не хватает. Ладно, давай с тобой, наверное, выведем диплодока. 95. 3 часа с половиной будет выводиться. Вы серьезно? Так, ну давай тогда и вот этого еще сделаем, да? 50 ДНК. Ой, 50 долларов. Ну ладно, куда деваться, ребята? Этот будет 2 часа делаться. Так, соберем с тобой монеты. Хотя, в принципе, они нам сейчас не к спеху. Просто единственное, что они не будут копиться. Так, площадочка у нас с тобой подготовилась. А следующая 200 долларов. Да и ладно. Я попробую выиграть, наверное. А, чтобы нам принять участие, нам нужно получить 25 уровень. Только после этого нам будет доступен еще один поединок. Ну что, давай смотреть. Во-первых, начнем с VIP. О, серебряные награды. И, как ты видишь, 5 поединков. 5 поединков. Но нам нужно с тобой сделать еще 2 PvP боя. Опачки. Бронзовые награды. Тут за еду. Блин, все хочу, ребят, сегодня попробовать. Все, абсолютно. Все-таки я, наверное, пойду сюда. Для начала, так, Джунгариптер и Гуаньлунь. Ну что же, давай начнем. Возьму я, наверное, анкилозавра. Против хищника мы возьмем с тобой Кулазуха, не будем Диплокаулуса возьму, да? Ну и, наверное, так, давай вот так вот сделаем. Фух, ну что, с богом. Попробуем, ребята, здесь отбиться. Это только первый поединок из 5. Битва. Слушай, я думаю, одного удара будет достаточно, чтобы он отдуплился. Окей. Так, давай следующего Джунгариптера. А вот он явился, не запылился. Я ничего не боюсь, ребята, потому что у нас преимущество. Но он меняет динозавра, он берет Гуаньлуня. Так, и атаку, да, делает? Хорошо, хорошо. Ты напросился, парень. Меняем и атакуем. На. Так, 80 хп у него остается. Будет он менять или нет? Нет, он решил атаковать. Ну и все, это последняя его атака была. Раз, два и берем бонус. Готов, парень. Так, и остается Джунгариптор. Но тут уже посерьезнее, ребята. 78 к атаке, то есть, да, вырубает он мне Диплокаулуса. И выходит у меня Гроза Аргентинозавр. Я даже менять никого не буду, ребята, сразу в атаку. И, как говорится, сворачиваем удочки. На тебе. На 689 сделали дамага. Все, друзья мои. Ну что, первая победа за нами. Но еще впереди 4 штуки. И вот теперь главное правильно распределить роли, чтобы нам хватило. Чтобы без отката все это сделать. Тут еще немножечко нам ДНК подкидывает. Поехали дальше. Ох ты, Алангозавр, Рамфоринг и Тропиогнат. Тропиогнат прокачанный, причем довольно неплохо. Такс. Ну, Алангозавр нам не страшен, это я тебе сразу заявляю. Мы возьмем Кулазуха здесь. Так, против Римфоринга надо будет брать... Ну, в принципе, можно взять и Скалозавра. Ничего страшного.
Так, а против тропиогната, вот, вот это уже проблема. Против тропиогната мы можем взять, ну, даже велоцираптора, но я хочу приберечь его. Так, трицератопс, наверное, здесь не справится с ним. Нондазух, скорее всего, тоже не справится. Хотя классовая способность, да, и преимущество, может быть, как-то и получится. Давай, наверное, рискнем все-таки. Попробуем. Ну, если проиграем, то придется тратить бакинские. Так, ну с этим все будет легко и просто. Два удара, и ему крышка, но... Надо пока подкопить, естественно, бонусные очки. Менять будешь? Нет, смотри-ка. Вот это он дурачок, а. Так, он все слил в атаку. Нам, соответственно, с тобой достаточно сделать два удара ему, да? Раз, два. И возьмем бонус. Так, лангозавр отдуплился. А вот теперь Римфоринг влетает. Так, у него 95 к атаке. Это плохо, ребят. Он сейчас все будет сливать, скорее всего. Да. Плохо, конечно, что Кулазух у меня отдуплился. Так, ну что, теперь Скалозавр. Делаем, наверное, ему две атаки. Раз, два. Этого будет достаточно. Ну и плюс ко всему один бонус и одну защиту. Это вот эффективнее всего. Ну что же, тропиогнат, естественно, прокачанный, ребята. Но по атаке, ты посмотри, это же смех, ребята. 36 всего лишь. И у него 3 очка. Один удар он, конечно, мне сделает. Ну, а я, естественно, все сливаю в атаку. Абсолютно все. Все 5 своих очков. И все, ему крышка, друзья. Давай, давай, Скалозавр. Отлично, красавчик. Ну что, второй поединок мы с тобой тоже неплохо отыграли. Двигаемся дальше. И как ты понимаешь, чем дальше мы идем, тем сильнее у нас будут противники. Еще 50 ДНК сверху. Поехали. Третий бой. Анкилозавр, Рамфоринг и опять же Джунгариптор. Так, ну против анкилозавра тут, ребят, вообще все просто и легко. Берем Гуанлуня. Против Летуна. Вот здесь уже начинаются проблемы. Первый, потому что мне нужен травоядник, а травоядники у меня все уже отыграли. Наверное, придется брать по откату. Блин, 16 долларов. Ну а что делать, друзья мои? Придется вот брать его обратно. Так, и Джунгариптор. Блин, опять травоядник нужен. 26 уровень. 250 хп плюс 95 атаки. Может быть, взять диплодока? А что, ребята, что тупим-то? Слушай, у нас же есть диплодок. Две карточки, по-моему, должно быть, да, у нас. То есть я к тому, что мы можем вроде бы как его усилить. Найти бы еще его, этого диплодока. Так, подожди, где он тут? Ё-моё, черт ногу сломит, ребят, что мне тут творится? Были бы какие-нибудь, знаешь, там подписи, что здесь такой-то динозавр, здесь такой-то. А так вот смотришь и не различишь, где он там. В принципе, диплодок сам по себе не маленький динозавр, его можно издалека увидеть. Вот он. Подожди-ка, я не понял, а почему это всего лишь... Эй-эй-эй-эй-эй. Ай, господи, я же получил только лишь две карточки. То есть мне еще его нужно вывести. Рэй, ну ты че? Совсем заигрался. Да, конечно же, две карточки есть. Так, питомник полон. Тьфу ты. Ну что, друзья мои, ну не повезло мне тогда, получается. Будем драться тем, что есть. А я что-то с горячухи подумал, что мы с тобой сейчас быстренько его, ага, соединили, как же. Ладно. Так, в принципе, здесь, наверное, может быть и одного скалозавра бы хватило бы на всех. Но надо все равно подстраховаться. И страховочным будет звеном у нас диплодок. Все-таки, как ни крути, ребята, классовое преимущество нам все-таки должно здесь дать бонус. Так, ну что, 264 хп мы видим у анкилозавра. И, наверное, все-таки надо его звездануть. На тебе. Так, половину здоровья отняли. Так, у него бонус. И что он будет делать? Я думаю, что он будет менять.
Да, он меняет. Вызывает джунгариптера. И тот нас просто атакует. Вот сморчок. Знает, на какие нотки надо надавить. Ну что, берем с тобой скалозавра тогда. И так, он сделал. Он сделал одну атаку, да, получается. Я беру бонус. Пробить он нас не пробьет здесь, это однозначно. А сменить динозавра, это ему невыгодно, потому что он потеряет очки. Ну все, парень доигрался. Он одну атаку сделал, да, соответственно, у него один еще остался в бонусе. Поехали, раз, два. Ну тут наверняка надо брать три, это уже чтобы 100% мы его могли подбить. Да-да-да. Ух ты! Твою ж налево, ребята, у него 9 хп осталось. Как же я так лопухнулся-то. Смотри, что делает. Он потратил всего лишь один удар. Два он оставил, да? Тогда мы берем с тобой 3 на атаку. И 1 на бонус, плюс 1 защита. Так, ну здесь мы добиваем, понятное дело. Рамфоринг вылетает. Слушай, надеюсь, он меня не пробьет. Он же взял себе, наверное, бонусы. Нет. Так. Слушай, что-то мне это не нравится. Че он там замутил? Все сливает, друзья мои, абсолютно все. Подобьем, да? Подобьем мы его. Ну и вот, ребята, выходит анкилозавр. Ты серьезно? Так, 2 атаки он сейчас потратит. 3 даже. Ну, Гуанлунь, давай-ка поработаем маленько. Пора его наказать. Нам этого... Блин, нам этого не хватило. Упс. Сейчас, ребят, смотрим. 4, все, ему крышка. Диплодок его уничтожит. Он все слил. Он себе ничего не оставил. На защиту, на бонусы. Абсолютно все, ребята. Правда, атаки мало, но нам всего лишь 24 хп нужно отнять. И это делается с полтычка. Фух. Замечательно. Диплодок не подвел. Поэтому, ребята, лучше брать перестраховку. Я вначале хотел пойти двумя динозаврами, но все-таки решил в конце взять диплодока для подстраховки. И он мне очень хорошо здесь помог. Так, а еще у нас с тобой 2 поединка. Это еще что такое? Лабиринтозавр, раджазавр и метриоринг. Так, ну здесь понятно. Здесь мы возьмем с тобой велоцираптора. Здесь бы нам, конечно, кулазуха бы вернуть. Так, кулазуха возвращаем. А против этого берем аэротитана. Блин, ну этот метриоринг, он очень-очень мощный, ребята. 298 хп, плюс 114 атаки. Ох, аэротитан, вся надежда на тебя. Он нам здесь, конечно, может трёпку устроить. По большому-то счету. Какой здоровый. И такой ватный. Ну что, давай, наверное, ударим. Так, 213, отлично. Он 100% сейчас будет менять и брать, скорее всего. Да. Метриоринха он взял, ребят. А у этого 171 атака. Воу-воу-воу. Блин. Даже не знаю, что взять-то. Давай бонус. Только не надо менять. Твою дивизию, блин. Раджазавра взял. Так, ну мы выживаем. Тут мы с тобой выжили. Так, лазух, выходим. Нам надо его наказывать. Так, он потратил один, да? Один свой удар. Раз, два. Нам все придется слить. Иди отсюда. И опять же выходит метриоринг. Ему достаточно 2 атаки мне нанести. Да, друзья мои? Но после этого аэротитан его добьет. Смотри. Что мы с ним сейчас делаем? Отбивную.
Так, ну и выходит лабиринтозавр. Ну, конечно, он может наказать мне аэротитана. Ему достаточно один удар сделать. А вот велосираптор на это не посмотрит, ребята. Единственное, я вот боюсь, неужели он взял 4 защиты, а? Ну-ка, рискну. Нет, все, крышка ему. Я просто подумал, если он возьмет 4 защиты, мы его просто не пробьем. И потом бы он нас ушатал, но... Он лопухнулся. Поэтому наша победа здесь. Двигаемся дальше. У нас остается с тобой последний поединок. Надо посмотреть, кого здесь нам дадут еще. Афиакадон, Терезинозавр и Диплодок. Терезинозавр. Какой-то такой, ребят, напоминает мне чем-то страуса. Ну что? Тут все просто. Берем тиранозавра. Тиранозавра. И... Пирораптора можно взять, в принципе. Да? Он тут один справится с ними, со всеми. Ну, даже с диплодоком справится, ребят. Это я уж точно тебе говорю. Ладно, возьмем на всякий случай дилофозавра и майонгозавра. Просто так, ребята, чтобы они были. Ну, мало ли что-то пойдет не так. А у этого, кстати, тоже немалая атака. 158. Ну что, убиваем его? Пошел прочь. Ну, островоядными, ты сам понимаешь. Мы сейчас будем разбираться как с семечками. Нифига, ты посмотри, какой, а. С такими когтями. Как он выглядит ужасно, а. Ничего не стал делать, ну тогда получи. Давай, диплодок, где он там? А вот ты какой, да, значит. Даже если он все, ребята, вольет в атаку, он меня здесь не вырубит. А вот мы его сейчас хорошо потрепаем. 426 к атаке. Как тебе такое, а? Кстати, спасибо, ребят, вам большое за комментарии, которые вы мне пишете. Очень приятно почитать, особенно по поводу гибридов. Единственное, что я не понял, как понять чистая легенда. Ну, легендарные карты, вы сказали, есть просто легенда, чистая легенда и бриллиантовая легенда. Так, серебряные награды, смотрим. И стегозавр. Супер редкий стегозавр. А у меня вообще он есть? По-моему, его не было даже у меня. Стегозавра-то этого. Так, ну что? Как ты видишь, до схватки чемпионов нам остается еще одно событие какое-то пройти. Только для травоядных. Ага. Слушай, ну здесь все нормально. Давай мы с тобой возьмем пахицелозавра. Пахицефалозавра, вот так вот. Слава богу, эти бои у нас за монеты. Так что я могу себе позволить. Так, ну что? Я возьму, наверное, бонус. Для начала. Ну, что ты будешь делать? Атаковать? Атакует, естественно. Так, у нас с тобой три. Три очка на удар. Он 100% взял защиту. А может быть и не взял. Проверим. Взял все-таки, да? Тогда не пробьем. Пока. У него 7 хп остается. Мы опять же здесь с тобой выживаем. И добиваем его. К ядре не фени. Давай, родной мой. Бумс. Воу-воу-воу-воу. Смотри, 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 смотри. Смотри, какой танец победный у нас танцует. Динозаврик. Так, это была только первая битва. Еще две. Еще две впереди. Какие две? 4, друзья мои, а не две. То есть ты хочешь сказать, что я здесь должен... Нет, тут, по-моему, можно хищника любого взять. Ну, давай я возьму, наверное, пирораптора. В противовес, да? Поехали. Так, аллозавр. Угу. Ну, я возьму бонус. А он, как всегда, будет атаковать, да? Две даже атаки. Опа. Ну все, парень, ты напросился. Все, ребят, мы его размазываем. Давай, родной.
отправляем его к праотцам. Все. Молодец. Радостный победный танец наш динозавр станцевал, а мы с тобой переходим дальше. И дальше у нас третье столкновение. Ага, Джунгариптор. Против него мы отправим... Ну, можно, ребята, даже Топижару взять. Я думаю, что Топижара здесь справится. Так, берем с тобой сразу бонус. Естественно, он наверняка сейчас будет атаковать. Может быть, даже две атаки сделает. Ну все, тебе крышка, парень. У меня три бонусных очка, и я просто тебя размазываю. При атаке в 36, 70 без проблем нанести урона. Там на 151, как ты видел. Так что Джангриптор отдуплился. И остается всего лишь, ребята, два поединка. Но тут как-то все легко и просто. И мне это нравится. Погнали. Так, Нундазух. Против тебя пойдет... Тоже пойдет Нундазух. У него первого уровня, а у меня 10-го, поэтому у меня, соответственно, и преимущество перед ним. Я беру бонус. Смотрим, сколько он сливает. Чего? Он ничего не стал сливать. Давай тогда так посмотрим. Ах ты, жучара. Ну хорошо, что я подстраховался, ребята. Не получится ничего. А вот теперь лови плюшку. Усатый ты, Нундазух. Получай по полной программе. Ты видел, какой он размашистый сделал удар хвостом? Ничего себе. Оу-оу-оу. Веселится прям какой-то как демон. Вот так он себя вел. Отлично, друзья мои. И остается всего лишь последний поединок. И награда будет у нас в кармане. Опачки, так. Сюда Алангазавра сразу берем, ребят. Дальше против Алазавра. Блин, а кого нам взять против Алазавра? Ну давай возьмем Лимносцелиса. И здесь возьмем Тропиогната. Кстати, здесь можно сфейлиться. Чисто случайно, но вся надежда на Алангазавра. Так, я беру бонус. Он будет менять. Он будет менять, скорее всего, динозавра. Ага. Берет Алазавра. И атаку нет? Нет, атаку он не начал проводить. А вот мы с тобой, пожалуй-ка, проведем. Раз, два, три, поехали. Блин, знал бы я, не тратил бы все сразу. Так, у него опять этот Насутоцератопс появляется. Неужели будет три атаки делать? Меняет на Джунгариптора. Вот это зачем ты делаешь? Хотя 87. Так, кого бы нам здесь взять? А никого не будем брать. Будем прямо, ребята, атаковать в лоб. Рискованно это, если честно. Все, ему крышка. Ну, а с этим, естественно, ребята, мы справимся на изи. У нас классовое преимущество, поэтому что бы он тут ни делал, да хоть 4 атаки пускай проводит, ничего он нам не сделает. Погнали. Крышка, нет? Нет, ребята, не крышка. Еще живет. 5 атаки. Все равно не пробьет. Ну-ка. Все, доигрался. Ну что, ребята, я вас поздравляю. Мы забираем сейчас с тобой пак. И хотелось бы глянуть, что в этом паке у нас будет лежать. Я надеюсь, что-нибудь хорошее и редкое мне выпадет. Так, ДНК. Да ладно, Джунгариптор. Блин, ну что же вы даете мне то, что у меня есть. Я ожидал, конечно, большего. Так, ребята, столкновение у нас открылось. А, подожди-ка, подожди секунду. А сколько у нас в столкновении должно быть? 3 боя. Схватка чемпионов, ты посмотри. Так, ну что, Эра Титан,
скалозавр, анкилозавр, стегозавр, велоцера. То есть стоящие, да, ребят, события. Вот мне бы метриоринха получить бы. Или капразуха. Это было бы круто. Единственная проблема, знаешь, в чем заключается? Что мне некем играть сейчас. Все мои динозавры, как ты видишь, сидят на откатах. Доллары тратить тоже мне пока не хочется. Еще нужно два ПВП-боя сделать. Так, здесь забираем награду. Так, примите, видишь, принять надо участие в ПВП-боях. Там, конечно, не важно, выиграешь ты или проиграешь, но все равно нужно это делать. Афиакадон. Вот он, ребята, его можно прокачивать, да, у нас показано прямо. Плюс у нас еще с тобой здесь вот. Блин, ну смотрится прикольно. Далихорин Хопс. Так, эволюцию я что-то не забрал. Потихонечку у нас появляются с тобой и доисторические животные, и доисторические водоплавающие. Так, отправить Оуэна. В этот раз прошло все хорошо. Кстати, дай-ка я этого трицератопса докачаю. Получается, нам нужно еще с тобой одного, да? Чтобы до десятки, потом прокачать до двадцатки. Потом двадцатки соединить, получить тридцатку и соединить с тридцатками. То есть прокачать по максималке. Кстати, у нас на рынке же, по-моему, есть, да, разместить доисторический парк. Он чисто дает нам финансы, да? А, он прокачку еще дает, ребят. Тогда вот сюда, наверное, нам было бы, наверное, неплохо его поставить. 42, 6%, 18, и здесь 18. Пускай здесь стоит этот парк. Американские горки вымирания. А это уже чистый доход. Это уже чистый доход, ребят, поэтому мы с вами поставим, ну, вот сюда, вот, чтобы он там не мешался нигде. Пускай здесь вот с краешку и строится. Так, и костер. 4% кверху. 4%. Надо куда-то, где-то, ребята, покучнее, где много динозавриков у нас. Но, в принципе, вот здесь даже можно было бы поставить. 10% 46, 22, и здесь 22. Я думаю, это будет оптимальненько для нас, по крайней мере, в плане дохода. Замечательно. Так, что у нас? Продать? Нет, не надо мне ничего продавать. Пускай оно стоит. Как говорится, каши не просит, и ладненько. Блин, ну не хочу я, ребята, доллары тратить. Вот, серьезно говорю, не хочу. А чтобы в событии в этом... Так, у нас схватка и битва еще за выживание. Ну, здесь захавчик. А может быть, можно какими-нибудь слабенькими? Да, можно, ребята. Здесь можно отыграть. Хм. Ну, тут трицератопса можно, к примеру, взять. Да? А против тропиогната. Пойдем биться за хавчик. Так, если я нанесу урон. Нет, это невыгодно. Берем бонус. Что ты будешь делать? Две атаки наносит. Две атаки. Ну что, друзья мои, наверное, пора его выносить. Пошел отсюда. Так, Лимносцелис появляется. Что будешь делать? Все в атаку сливать? Все в атаку, ребята. Ну хорошо, гаденыш. Мы тогда тоже с тобой все в атаку сольем. И по идее ему крышка. Отлично. Не подкачал трицератопс-то у нас. Так, ну это был только первый поединок. Там еще сколько? Нужно два сделать. Или один? Два. По-моему, все-таки еще два. Да, ребята. Битва за еду. Так, Гуэнлунь. Ну, здесь, естественно, Диплокаулус. Тут к бабке не ходи. И Тонзиангозавр. Ну, сюда, конечно, хищника бы надо взять. На самом-то деле. Майонгозавр... Нет. Ты слишком слабый. Ну, вот можем взять аргентинозавра.
принципе, ничего от этого мы не потеряем с тобой. Ну что, Дипокаулус тут, естественно, ребята, очень хорошо вжарит. Надо только нам накопить на две атаки. Что он будет делать? Сливает всего лишь одну атаку. Мне кажется, он второй бонус на очки поставил. Поэтому три атаки. Ах ты, жук навозный. Ну давай, Тодзя. Все, явился. Две атаки. Ну, жучара. Все, ему крышка, ребят. У нас как раз три атаки. Все это мы сливаем с тобой и уничтожаем. Так, это был у нас с тобой, получается, второй поединок. Значит, остается еще один, третий. Единственное, что опять же с динозаврами проблема. Ну-ка, посмотрим. Опять же здесь Тодзя и Гуанлунь. Разница лишь в том, что уровень, ребята. Так, здесь возьму мою ингозавра. Блин, сколько ты просишь? 8, берем. Тихо-тихо, ё-моё. Конечно же. Вот это вот, ребята, все время моя спешка. Сейчас бы пошел бы в поединок. Так, ну здесь понятное дело, да? Тодзи можно сразу, в принципе. Ага, сразу не получится. Берем бонус. Я думаю, что он не будет атаковать. Он поменяет динозавра. И почти на равных мы с ним. А разница лишь в том, что я его сейчас ушатаю. Вот и все. Упс. Не тут-то было. Мне не хватило, да? Потому что он был в защите. Ну, тогда ушатаем сейчас. А он, видимо, подготавливается к суператаке. Сколько он взял бонусов себе? 2. Так, ну ему придется все слить, если он хочет меня победить. Я тебя понял, понял я тебя. Все, тогда лови плюшку. Лови плюшку. Твою дивизию. Фух, хватило нам. Ну что, ребята, как видите, мы победили. Остается нам забрать с вами пак с едой. Еда лишней не будет, динозавры у нас новые будут появляться. И, естественно, чтобы их прокачать, нужно очень много еды. Так что это запасик у нас на будущее с тобой идет. Плюс очки доверия 260. Так, скоро уже 9000 почти очков доверия будет. Почти 9000. Ну что, блин, я не знаю. Принимать вызов или же мы можем с тобой закончить эту серию и буквально через полчасика увидеться уже в новой, в следующей. Потому что нам с тобой нужно и ПВП поиграть, и в события схватка чемпионов. Я думаю, это стоящие будут поединки. Но здесь, пока мы с тобой не получим 25 уровень, ничего сделать не сможем, к сожалению. Даже я бы лучше бы встретился, наверное, ребята, через 3 часика. Тут же у нас как раз бы 2 динозавра вывелось. И мы могли бы с тобой... вот этот чувак, это же, кстати, который с когтями, да? Помнишь, я говорил, на страуса похож? Это же он. И это, я так понимаю, легендарный, да? Бриллиантовая легенда, как вы говорили, потому что мало того, что он легендарный, он еще и светится, скорее всего, из-за этого. А просто легендарный он не светится, получается. Чистая легенда. Не знаю, ребята, легенда, чистая легенда и бриллиантовая легенда. Пока как-то я не понимаю, в чем здесь разница. Но мне кажется, перерыв все-таки нужно сделать. Перерыв мы сделаем, пока я пойду, наверное, поиграю в черепашки-ниндзя, да? В легенды. Плюс, наверное, поиграем сегодня в Tower Conquest. Наверное. Ну, планов у меня много, вот. Дано ли нам все это сделать? Короче, друзья мои, давайте будем закругляться. И сегодня будет еще одна серия. Правда, я, наверное, не успею ее выложить. Но сыграть сыграем. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.